Да. Сегодня происходит замечательное событие. Это презентация моей первой книги. Это рассказы, 10 рассказов, основанных на историях из моей собственной жизни. А также в этой книге есть диск. Диск, в нем 10 моих песен. 10 треков моей новой группы, группы «Руда». Сегодня будет концерт, концерт моей новой группы. И, в общем-то, банкет. Друзья, и вы знаете что? Давайте меньше сорить, меньше, больше убирать за собой. Потому что экология у нас, друзья, не к черту, особенно в больших городах. Следите за собой, ездите на велосипедах, а зимой на санках.